завтра. Все это время Андрей врал нам. Я не думаю, что ты предатель. Да ладно. Аня никогда не оставила бы детей одних, без присмотра. Я боюсь, эту ночь она не переживет. Господи. Значит, ты какой-то особенный. В каком смысле особенный? Генно-модифицированный. Помогите мне синтезировать вакцину. А разве не вы у нас вирусолог? Ну, а разве не вы разработчик вируса? Это же вакцина. Что за черт? Закрытая школа. Выпускной. Завтра в 20:00 на ТВ Рус.